Джон Ховард Дэвис и Роберт Ньютон в фильме «Школьные дни» Тома Брауна по роману Томаса Хьюза. Автор сценария Ноэль Лэнгли. Режиссер Гордон Перри. Том Браун. Ну, сынок, пора. И помни, ты отправляешься в эту великую школу, как маленький медвежонок, которого впереди ждут испытания. Да, отец. Возможно, ты станешь свидетелем большой подлости и грязных разговоров и сплетен, но не бойся. Говори правду, будь добрым и храбрым, и ты справишься. Я постараюсь, отец. Я знаю, мой мальчик. Кто едет в школу регби? Это за мной. Goodbye, прощай, отец. Goodbye, прощай, сынок. Бог в помощь. Way, прошу сюда. Это вы юный джентльмен в школу регби? Да, сэр, я. С виду очень прилежный юноша, правда? Да у него мозги чуть из ушей не лезут. Прошу, сэр, наверх. Ну, поехали. Ну вот, сэр, мы на месте. И как раз вовремя. Большое спасибо, сэр. И никогда не забывайте, школьные дни – самые счастливые. Или последние. Эй, приятель, ты часом не Браун? Да. Я так и думал. Меня зовут Ист. Ты знаешь мою тетку, мисс Ист? Она живет где-то у вас в Беркшире. Написала, что ты приедешь сегодня. Просила помочь тебе. Большое спасибо. Не за что. Она дала мне пол соверена. И, наверное, даст еще, если я все сделаю как надо. Идем, нас ждет бричка. Первый раз так далеко от дома. Да, оно и видно. Я бы не стал говорить об этом каждому встречному на твоем месте. Почему? Им не понравится? Зависит от тебя. Будешь вести себя нормально, отвечать честно и поступать уверенно, они тебя примут. В чем дело? Тихо. Кто это? Флэшман. Пятикурсник. А почему мы от него прячемся? Скоро узнаешь.
Я помогаю тебе только из-за тети. О, Ист, это новенький? Да, Браун. Это Говер, головастик и Грин. Моя фамилия Голл. Г-О-Л-Л. А как твое имя? Том Браун. Сколько лет? 11. Откуда ты? Из Беркшира. Рядом с моей тетей. Хорошее место. Кто твой отец? Сквайр. Ездит на охоту? Да. Он учился здесь? Нет. А где тогда? В Винчестере. Не повезло. Где поселили? Вместе с нами. На каком ты курсе? Я еще не знаю. Не знаешь? А на каком был у себя в школе? У нас там было по-другому. Еду с собой привез? Да. Хорошо. Дашь поглядеть? Потом, как устроиться. Мне надо отвезти его к экономке. Идем, Браун. Увидимся за обедом. Что, решил нянькой заделаться? Хорошо платят, наверное. Кто это, Ист? Мой дедушка. Приехал посмотреть школу. Вот тебе свечи, Джонсон. Даю уже второй раз. Это тебе на весь семестр. Не вздумай меняться. Спасибо, миссис Уиксли. Здрасте, миссис Уиксли. Это Браун. Привет, Браун. А я уже жду, как ты отметишься. Как Ист? Помогает тебе? Да, спасибо. Ваши кровати в корпусе рядом. И ты же поделишься своим кабинетом, Ист? Конечно, миссис Уиксли. Хорошо. Ну, надеюсь, ты устроишься нормально, Браун. А теперь иди, ты в надежных руках. Привет, Томас. Это новый ученик, Браун. Томас работает тут привратником с тех пор, как еще построили эту школу. Правда же, Томас? Почти, мастер Ист. Я был тут еще при вашем отце. Скоро будет перекличка. Идем, Браун. Ну, как он тебе? Вроде хороший мальчик. Иногда вот таким тихим тяжелее всего. Я так понимаю, это наш новенький, Браун? Я тут, сэр. Я здесь, сэр. Выйди сюда. Будучи новеньким, ты, возможно, предположил, что все эти реформы, о которых ты слышал, означают послабление дисциплины? Розги никуда не денутся, Браун. Детей портить нельзя. Что бы ты там ни слышал, определенные традиции останутся. И розгам еще рано на покой. Наказание розгами будет процветать, джентльмены. Можете поверить мне, как самому доктору. Ты можешь сесть, Браун. Мы научим тебя всему. Ни грохот бурь, ни вой ветров не остановят школяров. А теперь, юные и неинтересные обитатели этой жизни, посвятим себя изучению жизни Юлия Цезаря. Это башня наказаний. Там тебя будут пороть. А это футбольное поле. Они готовятся к игре. С кем? Наша команда старины Брука против остальной школы. А мне можно с вами? Тебе? Ты же правил не знаешь. Их учить месяц. Да тебя там убьют, скорее всего. Я играл в футбол дома. С кем?
С ребятами в деревне. Ничего, Браун, это нормально. Но я бы не стал хвастаться этим на твоем месте. Почему? Потому что в нашей школе играют в настоящий футбол. А это кто? Это Брук, лучший капитан во всей школе. Мы играем против остальной школы, и они не начнут без меня. Ты в порядке? А ты не видишь, идиот, я ранен. Пропустим гол, продуем матч. Отойдите все, пустите. Все кости целы. Как ты, парень? Все в порядке, сэр, спасибо. Был гол. Нет. Кто это? Браун, сэр. Он новенький. Он парень, что надо. Выйдет хороший игрок. Дорогая мама, я доехал благополучно и уже завел друга. Отлично. Рад, что ты устроился. Да, спасибо, Ист. Ну, думаю, теперь я могу оставить тебя одного. Одного? Ну, конечно. Зачем, чтобы все думали, что я твоя нянька? К тому же ты новенький, и мне не стоит водиться с тобой слишком часто. Ты младше. Остальные не поймут. Мои друзья, в смысле. Нет, я все понимаю. Не болтай лишнего, не делай глупости, и все будет нормально. И будь готов спеть в большом холле после ужина. Ты же знаешь песню? Да. Хорошо. Слуга! Слуга! Ист! А ты кто такой? Браун, сэр. А где Ист? Я не знаю, сэр. Тогда сгоняй к Салли Хэрролл и принеси мне 6 картошек, и живее. Да, сэр. Ты же понимаешь, что значит «сгоняй», гаденыш? Да, сэр. Это значит «бегом туда и бегом обратно», верно? Да, сэр. Ну? Тогда, если не вернешься через 5 минут, ты знаешь, что с тобой будет, так же? Да, сэр. Тогда беги. Извините. Чего тебе надо?
Вы не знаете, где Ист? Готовит тебе ужин. И стелит кроватку. Тогда, может, вы скажете, как пройти к Салли Хэрролл? К старушке Салли? Конечно. Проще простого. Сначала пойдешь туда, потом налево, потом направо, потом снова налево и снова направо. Потом сделаешь полный круг, разделишь его надвое, отнимешь первое число, что придет в голову, залезешь на дерево, и ты в Бартвилле. Ошибиться невозможно. Можно мне пройти? Нет, юный сэр, нельзя. Но мне надо к Салли Хэрролл на Хай-стрит. Уже поздно, я закрываю двери. И вообще, за эти ворота никому нельзя без особого разрешения доктора. Но мне нужно. Но что тебе так срочно понадобилось у Салли Хэрролл? Шесть картошек. Перед ужином? И как ты собрался съесть 6 здоровых картофелин? Это не для меня. Я надеюсь. Бегите, юный мастер, скоро ужин, и не лезьте в неприятности. Тишина для новенького. Мистер Браун, с вас песня. Давай, мелкий. Испытание для новенького. Похоже, он справится. Думаю, это еще одна старая традиция, от которой нас избавят реформы. Не думаю, что доктор Арнольд захочет реформировать такую традицию. Доктор-реформатор, мой дорогой Джад. Реформаторы любят реформы. Давай, Браун. Не останавливайся. Тебе еще придется выпить большую кружку соленой воды. Давай, Браун. Молодец, мелкий. Вот мистер Флэшман, которого вы звали. А вы кто? Нед Тейлор, сэр, с фермы Гивенса. И что вам тут надо? Хочу поговорить. К черту ваше высокомерие. Давайте к делу. Да, сэр, когда скажу, что пришел сказать. Мне плевать, что вы пришли сказать. Держитесь подальше от фермы Гивенса. Вот что я пришел сказать. Джесси хорошая девушка. Держитесь от нее подальше, или можете пожалеть. Убирайтесь вон. И не смейте говорить со мной в таком тоне. Или сами пожалеете. Я вас предупредил. Это все. Больше я вас предупреждать не стану. Всего хорошего. There was a tree, the finest tree that you ever did see, and the branch was on the tree, and the tree was in the field. And the green grass grew around, the round green grass grew around. On this grass there was a twig, the finest twig that you ever did see. The twig was on the branch, and the branch on the tree, and the tree is in the field. And the green grass grew around, the round green grass grew around. And on this
this twig, there was a nest, the finest nest that you ever did see. And the next was on the twig, and the twig was on the branch, and the branch was on the tree, and the tree was in the field. Ah, the green grass grew all around, oh, ah, the green grass grew all around. On this nest there was a bird, the finest bird that you ever did see. And the bird was on the nest, and the nest was on the twig, and the twig was on the branch, and the branch was on the tree, and the tree was in the field. Ah, the green grass grew all around, oh, ah, the green grass grew all around. Ладно, джентльмены, на сегодня хватит. Мистер Томас, полчаса еще не пробило. Пробило. У меня до сих пор в ушах звенит. Выпей пиво, Томас. Уши горят, как огонь. Спой нам песню, Томас, старина. Да, спой нам. Мне медведь на ухо наступил. Ну же, Томас, ты не новичок. У меня голос еще не сломался. Всего один куплет. Ну ладно. Now, on this bird there was a flea, the finest flea that you ever did see. And the flea was on the bird, and the bird was on the nest, and the nest was on the twig, and the twig was in the branch in the tree, and the tree was in the field. Ah, the green grass grew all around, all around, the green grass grew all around. All right. Джентльмены, настало время молитвы. Откройте окно. Доктор будет через минуту. Уберите со столов. Евангелие от Луки, глава 8, стих 5. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши услышать, да услышит. Ученики же его спросили у него: что бы значила притча сия? Слушай, Браун. Да. Тебя хоть раз бросали на одеяле? Нет. А что? Сегодня придут шестикурсники и будут бросать. Как они придут, ты лучше спрячься под кроватью, а то тебя поймают и будут бросать. А тебя хоть раз бросали? Да, много раз. Это больно? Только если не поймают, и ты упадешь на пол. Обычно мы прячемся в кладовке в конце коридора. Они идут. Решили спрятаться? Доставайте их, ребята. Смотрите под кроватями. Вылезай. Помогите вытащить вот этого. Только не меня. Я был на прошлой неделе. Привет. А ты тот новенький? Как тебя? Том Браун. А, это ты. Где мои деньги, грязный воришка? Я хотел купить вам картошку сразу с утра. Ты уже ничего не сможешь сделать с утра, когда мы закончим с тобой. Пошли. Пустите меня. Пустите. Let's walk up. Hold his leg. He's coming right.
Итак, Браун, ты первый. Это научит тебя слушаться, когда старшие дают задания. Это научит тебя послушанию и уважению к старшим. Раз, два, три, пошел. Раз, два, три, пошел. В следующий раз, как тебе скажут принести картошки, что ты сделаешь? Принесу. Бегом принесешь. Раз, два, три, пошел. Хватит уже, им уже больно. Заткнись. Ты научился послушанию и уважению к старшим, Браун? Да. Отлично. Еще три раза. Закрепить урок. Раз, два, три, пошел. Раз, два, три, пошел. И еще раз, на удачу. Нет, хватит с него. Ладно, кто следующий? Пусти, Бобби, руку больно. Чтобы завтра с утра принес картошку, как только Салли Хэрролл откроется. Не показывай им, что тебе больно. Ну же, Салли, дай мне картошку. Я умираю с голоду. Если вы думаете, что меня можно провести, молодые люди, отправляйтесь в Бартвиль. Ну, Салли, всего одну картошку, до завтра. Что тебе, юный джентльмен? 6 картошек, пожалуйста. 6? Ну, ты и проголодался. Ты никому не скажешь про то, что было вчера? Конечно, нет. Тогда молодец. Ябед в нашей школе не терпит. Да, кто ябедничает, отправляется в Ковентри. И получает порку от старшего по корпусу. Это так, на всякий случай, вдруг ты не знал. Ты же новенький. Что бы с тобой ни сделали, жаловаться нельзя. С тебя 6 пенсов. Ну уже, Салли, нам через полчаса в школу. Принеси картошки. 5 шиллингов? Подожди, я принесу сдачу. Это твои деньги? Нет, флешмана. А чего ты бегаешь за едой для него? Он же не шестикурсник, потому что он боится. Вот тебе сдача. Спасибо, юный джентльмен. Осторожно, когда пойдешь в его комнату. Он с тебя шкуру спустит. Отдай картошку и беги оттуда. Но не поворачивайся к нему спиной. В прошлом году он убил третьекурсника. Сломал ему шею. Было столько кровищи. Привет. Юный Браун принес картошку. Лучше поздно, чем никогда. Заходи. Не пойдет. Холодная. Я бежал с ней всю дорогу. Да что ты? Надо было быстрее бежать, лентяй. Какой наш долг в этой школе, ребята? Научить этих грубиянов быть всегда начеку. Научить уважению к старшим, пунктуальности и послушанию. Я послал тебя за ней вчера в 8 вечера. Сейчас уже 2:30. Прошло 18.5 часов. Я не мог быстрее. А где моя сдача? Думал, я забуду? Нет. Думал, грязный воришка. Его еще надо научить честности. Держи его руки за спиной, Уокер. Только не сильно, флешман. Я сказал, держи руки. 18.5 часов. Ладно, так уж и быть, я прощу 2:30. Ты хоть раз получал 18 раз палкой по пяткам, Браун? Нет. Конечно, нет, дорогуша. Значит, ты не знаешь, что такое бастонада. Что ж, мы будем рады познакомить тебя. Усади его, Уокер. Брук идет с обходом. Черт бы его побрал. Пусти его, Уокер. Не думай, что тебе всегда будет так вести, мой дорогой Браун. Это лишь временная отсрочка. А теперь дуй отсюда и держи рот на замке. А вот задача, очень подходящая для присутствующей компании. Понс Асинорум, или Ослиный мост. Называемый так, потому что немногие студенты тригонометрии достигают в ней успехов.
Однако, надеюсь, присутствующая компания окажется ярким исключением. Слуга! Это Флэшман. Тогда можно не идти? Мы не обязаны. Какой же он грубиян. Вы на дежурстве? Да, Флэшман. Вы не слышали, как я зову? Нет, Флэшман. А я звал. Отнесите книги в мою комнату в общежитии. Давайте, живее. Я сказал, живее. Мы должны помогать только шестикурсникам. А ну, повтори. Мы должны помогать только шестикурсникам. Возьми книги и отнеси их в мою комнату. Даю 5 секунд. А потом я тебе устрою, гаденыш маленький. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что, отнесешь их? Прекрати. Пусти, Флэшман. Пусти меня. Пусти. Пусти, Флэшман. Дорогая мама, я вдруг так заскучал по тебе. Привет, ты где был? Мы тебя везде искали. Головастик рассказал, что Флэшман с тобой сделал. Ничего не сломал? Да вроде нет. Наверное, скучаешь по дому. Да нет, ты не расстраивайся так сильно из-за этого. Относись к хулиганам спокойнее, как все остальные. Тогда выживешь. Тут много нормальных ребят, не только такие, как Флэшман. И учителя хорошие есть. Как устроишься тут, увидишь, жизнь не так уж плоха, если вести себя правильно. Но почему никто не побьет Флэшмана? Потому что он лезет только к маленьким. Но как его остановить? Ну, мы просто стараемся не попадаться ему. Нас он почти не беспокоит. Слуга! Кто это? Это Брук. Кто последний, тот помогает. Кто был последний? Я. Отнесете это старому Томасу? Да, Брук. Thank you.
Это уже четвертая, мистер Ист. Третья, четвертая. Запиши мне 2 пенса, Салли. Обязательно запишу. И надеюсь получить их в субботу. И пока не рассчитаетесь, никакой больше вам картошки. В эту субботу не получится, Салли. И почему же нет? Я точно знаю, в субботу вам выдают по шиллингу. Но не в эту субботу. Все деньги пойдут на лотерею на скачках. Серьезно? Вот здорово. Старая Салли будет куковать без денег, а юные джентльмены будут развлекаться на скачках, делая ставки. Мы не виноваты, это не мы решили. Лично я не хочу ставить деньги. А вдруг ты выиграешь? Ну и что толку? Флешман или кто-то другой заставит тебя продать билет. Верно. Нам никак не выиграть, при любом исходе. Вот бы доктор отменил эту лотерею. Отменит, Гарт, отменит. Ну ладно, в следующую субботу жду денег. Или закрою дверь и никого не пущу больше. Джентльмены, спортсмены, лотерея состоится в холле. У меня будет пустой. У меня тоже. У него странник, 3-е место. Серьезно? Можно мой билет, Флешман? Куда ты так торопишься? За сколько продашь мне странника? Я не хочу продавать его. Нет? Да ты ничего не смыслишь в скачках. От странника толку нет. Он не победит. Мне он так, про запас. Дам тебе за него 0.5 кроны. Я не хочу 0.5 кроны. Тогда продай половину за шиллинг. За 2.6. Что? 1.6. Ладно. Я заберу билет. Браун! Харквей, фаворит. Повезло тебе, мелкий. Дай его мне. Зачем он тебе? Вот, Браун, держи. Спасибо. Дай поглядеть. Ну и повезло тебе. Нам лучше бежать отсюда. Послушай, Браун, чего ты так разволновался? Какой тебе прок от Харквея? Все равно его не допустят к скачкам. Продавай половину за 5 шиллингов. Нет. Наш друг Браун в последнее время стал слишком дерзким. Пора его научить уважению к старшим. А, Браун? Даю 5 шиллингов за полный билет. Нет. Вы видели? Кем он себя возомнил? Мы тут рискуем, устраиваем эту лотерею. И что получаем за это? Мы вытащили пустышку, а он достает фаворита. Точно, у меня всегда пустышка. Короче, давай сюда билет, Браун. Нет. Скажи-ка, Браун, тебя поджаривали хоть раз? Нет. А хочешь? Нет. Тогда гони билет. Нет. Ладно, поджарим его. Что они делают? Поджаривают его. Прямый гаденыш. Продашь билет? Нет. Лучше дай сюда билет. Флешман, открой дверь. Ист, беги за Диксом. Нам лучше отпустить его, Флэши. Не остаться в дураках? Нет уж. Довольно, Флэши. Хватит с него. Нет, не хватит.
Откройте дверь. На этот раз ты перешел черту, Флэшман. Ах вы трусы. Господи, он умирает. Принесите воды. Позовите экономку. Мы говорили ему не надо, Дикс. Ладно, мы ничем не поможем. А экономка вот-вот придет. Все в порядке, Браун. Мы позвали помощь. Это ты, Дикс? Как это случилось? Отнесите его в лазарет. Здесь творится что-то нехорошее. Я расскажу обо всем доктору. Ну как, Браун? Сильно больно? Только шею сзади, сэр. Говорят, у тебя брюки прогорели насквозь. Только местами, сэр. Я знаю о происходящем в школе гораздо больше, чем вы все думаете, Браун. Я многое тут пытаюсь изменить к лучшему. А перемены — это медленный и болезненный процесс, даже если вкладывать в него всю душу. Я вынужден проявлять терпение, потому что убежден, что поступаю правильно, что это необходимо сделать. Но если я не буду уверен, что смогу искоренить эту отвратительную жестокость навсегда, я бы не хотел оставаться на посту директора этой школы. Не хочешь сказать, кто издевался над тобой? Нет, сэр. Мы все знаем, чьих это рук дело, Браун. Ты не боишься, что он повторит это, если его не наказать? Нет, сэр. Точно? Не очень. Хорошо, Браун. Ты очень храбрый парень для своего возраста. Спокойной ночи. И вам, сэр. Зачинщик этого издевательства над Брауном — яркий образец неисправимого создания, которому не место в нашей школе. Если подобное повторится в будущем, он не отделается простой поркой в башне, уверяю вас. Злоупотребление властью — преступление. И как только у меня будет доказательство его вины, я незамедлительно отчислю его. Как это делает судья, отправляющий убийцу на виселицу. Интересы школы не должны страдать из-за нашей близорукости и излишней мягкости. Надеюсь на вашу искреннюю поддержку, независимо от ваших симпатий. Спасибо, джентльмены. Это все. Что такое? Никогда не чувствовал такого бессилия. Не говори так. Даже тебе? Даже себе. Это не так. Вот увидишь, ты окажешься прав.
Надо бы сходить проведать юного Брауна. Я уже ходила, он спит. Что бы ты ни сказал ему, он очень горд и доволен. Я сказал, так мало. Но он будет помнить это всю жизнь. Даже когда забудет, что причинило ему боль. Спасибо тебе, дорогая. Это все Браун виноват. Подумаешь, поджарили его. Он же не умер. Не понимаю, из-за чего такой шум. Доктор запретил издевательство. Тот мальчик осознанно нарушил правила. Кто это был? Флэшман. Не может быть. Флэшман из хорошей семьи, Джад. Люди из Ост-Индийской компании. Наверняка такие же подлецы, как он. Они были здесь, когда тут была настоящая школа. Когда здесь готовили настоящих мужчин и джентльменов. И что же с ними всеми стало? Что значит, что с ними стало? Они разбили Бонапарта, изгнали его на Эльбу. Они сражались при Ватерлоо. Позвольте не согласиться. Те, кто сражались при Ватерлоо, не были трусами и подлецами. Они имели храбрость и веру. Не понимаю, к чему вы клоните, мистер Джад. Все ясно. Мистер Джад за Арнольда. Мистер Джад за перемены, реформы, революцию. А за что вы? За моего короля и страну, сэр. Правы они или нет? За выживание сильнейшего. За законы и традиции, которые помогли Британии править миром и потерять свои колонии в Америке. Иногда вы забываете, мистер Джад, вы лишь младший учитель. Я лучше буду слишком молодым для своей работы, чем слишком старым. Вы просто дерзкий выскочка. Джентльмены, джентльмены, давайте не будем ссориться. Наша главная задача — гармония в коллективе. Разве? Я думал, гармония среди учеников важнее. Вовсе нет. У них нет чувств, души, жалости. Вы никогда не видите в них хорошее, потому что не хотите. Но в этих мальчишках есть добро. Наша задача — защитить и развить его. Но это невозможно, пока мы не искореним несправедливость и жестокость. Вы лишь повторяете слова доктора Арнольда. Зачем вы вообще приходите в этот зал, мистер Джад? Я лучше пойду в свой кабинет. Какая жалость. Мистер Джад, полагаю, вам стоит извиниться. Извинения не примирит наших разногласий, мистер Талт. Для этого нужно здравомыслие, которого я тут не наблюдаю. Вы не можете вести себя так дальше. Почему? Давно пора показать, где каждый из нас стоит. Признайте, сэр, эта школа летит коту под хвост. Ты говоришь о привилегиях для пятого курса, а сам лишь позоришь его. Нет, я лишь не хочу быть там вместе с тобой. Решил поссориться со мной? Ты просто отъявленный хулиган. И хорошо, если этот мелкий донесет на тебя. В самом деле, он не донесет. Он побоится того, что я с ним сделаю. Ты позор всей школы. А ты кто, по-твоему, дурак? Дураки бывают разными. Да. Одни одеваются как пугало. Влезают в долги. И суют свой нос куда не следует. А другие проводят слишком много времени у фермы Гивенса. Убери руки, Флэшман. Драка тут не поможет, даже если ты победишь. Тогда нам с тобой лучше держаться подальше друг от друга. Ничто не обрадует меня больше. Миссис Уиксли здесь? Нет, заходи. Слышал бы ты сейчас схватку между Флэшманом и Диксом. И кто победил? Это не такая схватка. Дикс решает все словами, а не кулаками. Но зато он за нас. Это бесполезно, Скат. Я тут лежал и думал. Нам придется справиться с Флэшманом самим. Самим? С ним? Да он же с нас шкуру спустит. Если научимся боксу, то нет. Бокс нам не поможет. У него руки длиннее. К следующему семестру я научусь боксировать, и тебе тоже советую. А иначе наша жизнь тут не будет стоить ни гроша. Ну, тебе виднее. Но ты нарываешься на неприятности. Мистер Джад, доктор Арнольд хочет видеть вас у себя немедленно. Спасибо, Торн. Войдите. Звали доктор Арнольд? О, проходите, мистер Джад. Да, звал. Садитесь. На вас поступила жалоба одного из ваших коллег. Вы были слишком свободны в своих высказываниях. Боюсь, я не могу позволить такого среди своих учителей. Я очень сожалею, сэр. Сколько вам лет, мистер Джад? 27, сэр.
И давно вы преподаете? Год. Ясно. И вы считаете, что за это время достаточно узнали, чтобы ставить на место старших учителей? Нет, сэр. Но и они не знают столько, чтобы ставить меня на место. Мистер Джад, думаю, вы понимаете, что я пытаюсь сделать тут. Я не тщеславный человек. Я вполне допускаю, что могу ошибаться, заблуждаться. И, может быть, лучше оставить все как есть. Я лишь верю, что я прав. Что силы добра в конце концов восторжествуют над силами зла. Я верю в этого мальчика, Брауна. Верю, что в нем мои принципы и теории могут пустить корни, ожить и вырасти. Но мы сможем победить зло и старые предрассудки не криками и хлыстом, а лишь непреклонной верой, терпением и личным примером. Вы извинитесь перед мистером Додсоном. Мы понимаем друг друга? Больше это не повторится, сэр. Спасибо, мистер Джад. Это все. Но, мистер Джад, спасибо вам за добрый порыв. Всего доброго, сэр. Тройное ура большому Бруку! Грин, Эсквайр, 2 фунта. 2 фунта 10, Томас, и скорее. А то я не успею на дилижанс в Данчерч. Твоя сумма на проезд 2 фунта, Грин. Нет, доктор сказал 2.10. Отправляйся ты в Бартвилл. Ну его, Томас. У меня 30 шиллингов. У меня тоже. Ист, 30 шиллингов. Наконец-то отдохну от тебя до следующего семестра. Прощай, Томас. Прощай. 30 шиллингов, Браун. Смотри, чтобы тебя дома не поджарили вместо воскресного ужина. Спасибо, Томас. Прощай. Прощай. Говер, 2 фунта. Пока, Брук. Пока, мелкий. Пока, Брук. Мы будем держать команду на уровне без тебя. Вот это дух. Удачи в Кембридже. А это кто? Глазам своим не верю. Уши на месте? И зубы тоже? Отлично. Фред, помоги с вещами, ладно? Ну, пока, Том. Пока, Скат. Держитесь. Едем. Thank you.
Как же я соскучилась по тебе. Все в порядке? Ты там доволен? Да, спасибо, мама. Регби — прекрасная школа, но я должен научиться боксу. Боксу? Да, хочу начать немедленно. Джеймс, я запрещаю. Но, папа, я думал... Нет, Том, нельзя расстраивать маму. Вот так. Вот так. Когда я смогу боксировать как следует, черный Барт? Уже почти юный мастер. Уже почти. Я должен научиться к возвращению в школу. Зачем? Мне надо побить типа по имени Флэшман. А он большой? Большой. Не волнуйтесь, юный мастер. Побьете его, даже если лишитесь всех зубов до последнего. Флэшман. Он уже не такой большой, как раньше. Все равно он большой. Да, но не такой большой. Идем. Здравствуйте, миссис Уиксли. А вот и мы. Привет, Браун. Привет, Ист. Вернулись, как две плохих монетки. Да, и очень рады быть здесь снова. Рада это слышать. Я получу серый кабинет. Вы обещали устроить нас, если получится. Я буду спать в четвертой. Как там старый Томас? Мальчики, мальчики, не все сразу. Бегите, поужинайте сначала. Наверху есть холодное мясо и соленые огурцы. Мне и без вас хватит дел в первый вечер. Да здравствуют мясо и огурцы. Идем, Томас. Браун, минутку. Хочу сказать кое-что. Я сейчас, Скат. Смотри, не съешь все огурцы. Что такое, миссис Уиксли? Ты получишь серый кабинет. Здорово. Будешь жить там с этим юным джентльменом. Доктор Арнольд подумал, ты будешь добр с ним и не дашь в обиду. Я устроила вас обоих в четвертую. Его отец умер, он единственный ребенок. У его матери чуть не разбилось сердце, когда она оставляла его утром. Привет. Привет, сэр. Как тебя зовут? Джордж Артур, сэр. А меня Браун. Как поживаете, сэр? Неплохо, спасибо. Миссис Арнольд просила, чтобы вы с Артуром поднялись к ней на чай. Ты знаешь дорогу, там уже ждут вас. Тогда идем, малыш. Чем они их кормили? Дрожжами? Привет, Браун. Привет, парни. У нас тут что теперь, детский сад? Скоро еще девчонок привезут. Не надейся. Вот. Спасибо. Проходите. Добрый день, Том. Надеюсь, дома все хорошо? Да, спасибо, миссис Арнольд. Тебе с сахаром? Да, спасибо, миссис Арнольд. А Артуру? Да, спасибо, миссис Арнольд. Значит, вас с Артуром поселили вместе? Да, спасибо, миссис Арнольд. Давайте, садитесь с нами. Вот так. Дорогая, миссис Уиксли просила передать тебе этот список. Спасибо. Смотри, мам, папа починил Сьюзен. Том, иди сюда, помоги мне. Вот это собрание. Садитесь же все. Юный Брук, ты готов занять место своего брата? Я сделаю, что смогу, сэр. Не сомневаюсь. Не терпится увидеть тебя на поле, Торн. Я слышал, ты будешь проводить игру «Заяц и собаки»? Да, сэр. Отлично. Спасибо, Браун. А ты взял шефство над Артуром? Да, сэр. Ответственность не давит? Нет, сэр. Я размышлял какое-то время, прежде чем выбрал тебя. Помнишь свой первый день тут, когда ты сидел один в часовне и молился? Да, сэр. Вот так же сейчас чувствует себя юный Артур. Да, сэр. Доктор Арнольд хочет сказать, что очень доверяет тебе, Том. Спасибо, сэр. Хочешь клубники? Спасибо. Возьми больше. Возьми две. Спасибо. Странно, что его поселили вместе с Брауном.
Я не понимаю. Совсем не понимаю. Браун ничего мне не говорил про этого Артура. Иди туда. Это Джордж Артур. Я хотел привести его, как только разберем его книги. А мы пили чай с доктором. Чай с доктором? Вот повезло. Вы пропустили чудесную говядину с огурцами, правда же, Грин? Нет, это была конина. Сколько тебе лет? 10. С половиной, сэр. Зачем ты зовешь меня, сэр? Петь умеешь? Оставь его в покое, Гард. Ему так и так придется петь в холле. Тогда и узнаешь. А почему его поселили с тобой? Миссис Уиксли сказала присматривать за ним. Все нормально. Что такое? Ничего. А какую еду ты привез с собой, Артур? Мы еще не разобрали вещи. Слуга, не отвечай. Значит, тебе дали серый кабинет, Браун. Ну, будешь вести себя хорошо, может, разрешу тебе оставить его. А ты кто? Это новенький, тебя не спрашивали. Как зовут? Артур, сэр. Отныне будешь моим личным слугой. Доложи в мой кабинет, я позову. Он не будет тебе прислуживать, Флэшман. Что? Ты лучше не лезь в это, Браун. Ты придешь в мой кабинет после часовни, или шкуру спущу. И с любого, кто будет мешать, тоже. После часовни. Не бойся, малыш, ты не пойдешь. Ты дурак, он должен. Нет, отныне мы в состоянии войны с Флэшманом. Войны? Мы же знали, что это неизбежно, так ведь? Да, но чем мы будем сражаться с ним? Спросим у Дикса. Почему Дикса? Потому что он мастер стратегии. Одной стратегии Флэшмана не побить. Он слишком большой, а его вообще ничем не побить. Побьем. Мы должны. Даже если не выйдет в этот раз. Если не выйдет в этот, другого уже не будет. Он нас просто убьет. Не пугайся всего этого, малыш. Идем, Скотт, поговорим с Диксом. Как его зовут? Артур. Джордж Артур. Ладно, я скажу Флэшману, что он мой личный слуга. Тогда он отстанет от него. Спасибо, Дикс. Ты настоящий друг. Но вам придется разбираться с Флэшманом. Да, мы знаем. И что вы планируете делать? Мы думали, ты нам подскажешь. Я человек чуждый насилия. Вы умеете чинить биты? Нет, но мы можем попробовать. Хорошо. Приходите в холл сегодня вечером, когда все делают уроки. Заодно приготовим вот это. Спасибо, Дикс. Но нам же нельзя в холл вечером. Я знаю. Вот почему это отличное место пустить мелкую рыбешку, чтобы поймать крупную. Спасибо, Дикс. Браун и Ист в холле. Им конец, если дежурный их заметит. За что? Чтобы не сидели, где не надо. Идите к себе. Ты не имеешь права. Нет? Нет, не имеешь. Идите к себе, или заставлю. Он не отстанет от вас, если не побьете его. Давайте, вдвоем. Давай, сними пиджак. Ах, вы наглые подлецы. Ладно, не хочешь, не снимай. Давайте, парни. Нет, пусть он снимет пиджак. Ладно.
Ладно, сниму. Он умирает. Мы убили его. Надо привести миссис Уиксли. Глупости. Это даже не царапина. Мокрая тряпка с холодной водой поможет ему. Вставай, Флэши. Не трогай меня. Без тебя встану. Извини, Флэшман. Как же? Вы за это ответите. Обещаю вам. Вы оба. Не трогай мелкого. Он же не умеет плавать. Ладно тебе, Браун, я его не убил. Чего ты так носишься с этим Артуром? Мне же сказали присматривать за ним. Но не пасти его, он и так вечно висит у нас на шее. Ты же заботился обо мне, когда я приехал. Да, но мне тогда заплатили, и я не был тебе как нянька. А еще мне не нравятся эти его молитвы на ночь. Теперь весь корпус начал так же. Все, кроме тебя. Только этого мне не хватало. А почему ты никогда не молишься, Скат? Потому что не хочу. Ты что, не веришь в Бога? Это тут ни при чем. Что с тобой? Кажется, малька проглотил. Одевайся, только вытрись как следует сначала. Да, Браун, бутылочку ему дать не забудь. Вот вы где, ребята. Что это вы тут делаете? Вы не знали? Это частная земля. Мы всегда тут купались. А теперь не будете. Отныне вход сюда засранцем из Регби запрещен. Да что с тобой, Нед? Я вам не позволю приходить на мою землю. Проваливайте живо, а то я вашему доктору расскажу. Давайте, давайте, прочь отсюда. Да что с ним? Я думал, он нормальный парень. Он и был нормальный. Что-то его расстроило. Как он нас назвал? Ладно, идем в школу. Пошли, мелкий. Заяц и собаки. Только для старших мальчиков. После переклички в холле сегодня. Только для старших. А в прошлый раз я был слишком маленьким. Но в этот раз я точно попробую. Как? Ты даже не знаешь маршрут. Знаю. Маршрут Барби. Это 9 миль. В основном по камням. Тебе ни за что не дойти до финиша. Все равно я попробую. Что ж, тогда и я тоже. Решено. А можно мне с вами? Нет, конечно.
Даже нам еще рано. Вас отправят назад, как только увидят там. Если на старте не увидят, то не отправят. Идем. У зайцев 6 минут форы, потом мы берем след. Считаются пойманными все зайцы в течение 15 минут, если их поймали на маршруте Барби. Так, вперед. Должно прийти второе дыхание. Скорее бы уж. Погоди, за нами кто-то идет. Нас кто-то видел. Думаешь, головастик заложил? Нет, может, дежурный. Вот это наглость. Как он посмел? Кто разрешил тебе идти за нами? Я могу пробежать 9 миль. Тогда беги назад в школу. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я не отстану, обещаю. Я же должен следить за тобой. Да, поэтому мне лучше быть рядом. Дай ему подзатыльник и пусть идет домой. Давай, дуй отсюда. Ладно, иди в школу, быстро. Бегом. Пошли. Плотина Барби. Я больше не могу. Не садись, а то заблудимся. Мы уже заблудились. Нет, они пошли туда. Идем. Ты. Я искал дорогу назад в школу. Где она? Вон там. По-моему, вон там. Все из-за тебя. Теперь мы заблудились. Слышите, там кто-то есть. Давайте спросим у них дорогу. Пошли. Это Флэшман и Нед. Да ну! Помогите! Надо спасти его. Зачем? Помогите! Иду, Том. Помогите! Выруби его, он тебя утопит. Врежь ему. Флэшман.
Ист. Артур. Браун. Опоздали к закрытию. Теперь идите наверх, в кабинет доктора, немедленно. Что? Вот так? Можно нам переодеться сначала? Вы знаете правила, мастер Браун. В кабинет доктора, как только пришли. Войдите. Ист. Браун. Артур. Выше нос. Боже мой, что с вами стряслось? Вы как будто чуть не утонули. Простите, сэр, мы пошли на зайцев и собак и заблудились. И ты тоже, Артур? Да, сэр. Это из-за меня они заблудились, сэр. Неправда, сэр. Это все мы виноваты. Отведи Артура к миссис Уиксли, пусть позаботится о нем. Не ты, Браун. Ты, Ист. Да, сэр. И доложи Уоррену, что был у меня. Да, сэр. Пойди сюда, Браун. Я говорил тебе в начале семестра, почему доверил заботу об Артуре именно тебе. Да, сэр? По-твоему, это ответственное отношение? Нет, сэр. Будь он в состоянии носиться вот так, стал бы я назначать ему помощника? Нет, сэр. Ты можешь что-то сказать в оправдание? Нет, сэр. Выходит, ты меня подвел, Браун? Да, сэр. Я стоит выпороть за это, но я не стану. Это не поможет. Жаль, не все так просто. А теперь мне придется найти кого-то другого заботиться об Артуре. Это все, Браун. Доложи Уоррену. Что он тебе сказал? Пороть будут? Нет. А где Артур? Все еще у миссис Уиксли? Да, она его растирает. Подняла такой шум. Сегодня он будет спать в лазарете. В лазарете? Он что, болен? Он весь дрожал. Миссис Уиксли послала за врачом. Миссис Уиксли! Тише. Артур заболел? Да, боюсь, он болен. Как ты мог потащить такого нежного ребенка на зайцев и собак? Как он? Боюсь, что он... Не знаю. Доктор Бейтс скажет. Что вы хотели сказать? Чего вы боитесь? Неважно. Ты лучше иди переодень эту мокрую одежду, пока не пришлось и тебя уложить тоже. Можно посмотреть его? Я на секунду. Нет, нельзя. Никому нельзя. Не хватало еще, чтобы он простудился. Тихо ты. Это что-то серьезное. Нет, просто она хочет, чтобы мы чувствовали себя виноватыми. Вот и все. Идем, переоденешься. Жар не прошел, доктор? Нет. Если ему не станет лучше к утру, я отправлю за его матерью. Надеюсь, до этого не дойдет. Боюсь, это уже не вопрос. У него сильный жар. Давайте помолимся. Господь всемогущий, Создатель человечества, заботящийся обо всех, кого он любит. Молим тебя проявить милость к своему рабу, благословить его своей дланью, дать ему сил пережить болезнь и восстановить телесное здоровье. Будь на то твоя воля. А если душа его покинет тело, пусть она придет к тебе чистой и незапятнанной. Иисус, Господь наш. Аминь. I see,
Похоже, он сильно болен, раз доктор молится за него вот так. Практически как похороны. Заткнись ты. Люди постоянно молятся о здоровье тех, кто болеет. Вполне обычное дело. Я бы удивился, если бы все стали за меня молиться. Не волнуйся, за тебя никто не станет. Если ты помрешь, в школе объявят праздник. Ха-ха, очень смешно. Сэр. Да, Браун. Он поправится? На все воля Господа. Это все моя вина. Артур так не думает. Он умолял пустить тебя к нему. Я бы пустил, если бы было можно. Я могу что-то сделать, сэр. Ты можешь молиться за него. А если Артур не поправится? Значит, не повезло, вот и все. Все мы умрем когда-то. А если бы ты умирал? Я бы не ныл и не ждал, что все вокруг будут молиться за меня. Это точно. Тебе мать запрещает молиться? Моя мать тут ни при чем. С ней все в порядке. Я не говорил, что нет. Она уехала, потому что была несчастна, а не потому, что не любила. Ты мог бы оставить меня одного? Да, ладно. Если хочешь. Знаешь, Ист, думаю, все же молитвы не помешали бы. Я молился, чтобы моя мать вернулась. Это не помогло. Потому что никто не слушает твои молитвы. Там никого нет. Иди спать. Артур поправится. Не волнуйся так. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вас ждут, доктор Бейтс. Спасибо. С мальчиком все, доктор? Не знаю, Томас. Это кризис. Ты не спишь, Том? Нет. Слышал, лошадь приехала? Да. Интересно, кто это? Наверное, доктор. Вот бы узнать, как там дела.
Томас. Yes, Master Brown? Да, мастер Браун. Про Артура новостей не было? Нет. Доктор Бейтс все еще с ним. Сидит там с тех пор, как приехал. И доктор Арнольд тоже не ложился. Туда никого не пускают, совсем никого. Я скажу, как только узнаю что-нибудь. Говорил же, бесполезно. Никто не слушает твои молитвы. Браун, Ист. Эй, Браун, и ты, Ист. Вас вызывает доктор. Давайте живее. Не хочу идти. Пошли. Давай, постучись. Нет, ты. Ты. Нет, постучись ты. Войдите. Флэшман, повтори мне то, что только что рассказал, слово в слово. Какой в том прок, сэр? Они будут отпираться. Тем не менее. Расскажи, как юный Артур оказался в реке в день игры. Я гулял по берегу и увидел Брауна и Иста с Артуром. Они дразнили его и притворялись, что хотят столкнуть его в реку. Он умолял их перестать. И вдруг он оказался в воде. Я сразу прыгнул за ним. Неправда, сэр. Тихо. А как Ист и Браун промокли? Ну, они помогли мне вытащить Артура на берег потом. Это правда, Флэшман? Да, сэр, что бы они там ни сочиняли. В таком случае ты поступил очень благородно. Любой на моем месте поступил бы так же, сэр. Нет. Не любой. Вот ты бы не смог. Прошу прощения, сэр. Ты же врешь мне, Флэшман. Нет, сэр. Или вы верите им больше, чем мне? Мне не нужно верить им. По одной причине. Ты, Ист и Артур, видели, как Флэшман дрался с местным фермером по имени Нед Тейлор? Я понимаю, вы решили молчать? Yes, sir. Да, сэр. Very well. Хорошо. Тейлор, зайдите сюда на минутку. Итак, Тейлор, можете повторить, что рассказали мне? Да, сэр. Этим утром, как я узнал, что малыш умирает, я пришел признаться, что дрался с Флэшманом, но честно. И когда он упал в реку, я так ненавидел его, что не стал помогать ему. А эти мальчишки прыгнули за ним. Ты врешь. Тихо. У него на меня личная злоба, сэр. Тихо, я сказал. Дальше, Тейлор. Когда мальчишки прыгнули за ним, малыш хотел помочь им и тоже упал в реку. Но вы не стали помогать им? Нет, сэр. Я так ненавидел Флэшмана. Я плохой человек, сэр. Но как я узнал, что малыш умирает, я... Спасибо, Тейлор. Спасибо, что зашли. Я же поступил правильно, сэр. Да, можете идти. Ну что, Флэшман? Что скажешь? Хорошо. Иди к себе и собирай вещи. Ты отчислен. Но это все. Иди к себе и собирай вещи. Пошли со мной. Миссис Артур, это Браун, а это Ист. Это мать Артура. Она хотела видеть вас обоих. Здравствуйте, мэм. Здравствуйте, мэм. Здравствуй, Том. Здравствуй, Скад. Мой сын настоял, чтобы я встретилась с вами. Да я и сама хотела поблагодарить вас.
Поблагодарить? Прошлой ночью мы думали, мой сын умрет. Но он начал поправляться. Потому что ему есть ради чего жить. То, чего не было до того, как он приехал сюда. То, чего он лишился, когда умер его отец. Дружба и защита, которую он получил от вас. Он просил увидеть вас, как только я смогу, и передать, что скоро он снова встанет на ноги. И поблагодарить вас за то, что были с ним прошлой ночью. Вы оба. Как понять, были с ним? Он сказал, что заснул. И не хотел просыпаться. Но потом вы со Скадом пришли к нему и позвали его назад. Правда? Значит, он поправится? Доктор сказал, кризис миновал, и теперь он пойдет на поправку. Так значит, все же был кто-то. Когда он молился прошлой ночью. Да, там был кто-то. Он услышал вас и ответил. Наверное, он ждал услышать именно эту молитву. Отлично, Том. Молодец. Конец. Перевод Алексея Яковлева. 2019 год.